на курсах английского языка сидел за одной партой с Коноплевой. Серьезно причем. Он Косяков с Коноплевой. Катя Коноплева, по-моему, в эфире «Убойной ночи». Смешные у вас уроки были. Много очень разных казусов происходило в жизни Дениса Косякова, но не о них мы сегодня разговариваем. Мы сегодня, как всегда, поговорим на какую-то тему. Будет новость, будет два мнения, будут вот эти очаровательные люди. За будет красная сторона, синяя будет против. И будет это обязательно. Это было, человек, с которым не страшно прогуляться в 3 часа ночи по Биберево. Человек-гора. Денис Косяков, человек, с которым страшно в 3 часа ночи прогуливаться по Биберево. Андрей Родной. Можно его поздравить с тем, что он недавно вместе с семьей переехал в Москву. Мы его сердечно с этим поздравляем, но напоминаем, что Москва не резиновая. Леня Махно. Леня Махно очень нетипичный житель Краснодарского края, потому что у него нет вишневой шестерки. Салатовый Бентли. Светло-салатовый Бентли. Баклажановый Порш. Рустам Блютуз, человек с интересной фамилией. Евгений Лонгипас, по традиции я ничего про этого человека не буду говорить, как всегда. Продолжим эту традицию. Очень хороший мой друг Женя. Ничего не знает просто. И человек, кстати говоря, которого мы заметили в одном из московских подземных переходов. Мы просто пытались с ребятами заработать, показывали смешные сценки, а он нам дал денег. Вот так мы его и заметили. Алекс Аморалес сегодня на гитаре всю программу, как всегда, бедный. Спасибо тебе большое за твой труд. Это его первые аплодисменты в жизни. Обычно такие жидкие. Вспомнил историю из детства. У меня есть лучший друг мой, с которым я 11 лет просидел за одной партой. Ему было лет 13-14, ну, примерно. И он пришел домой немного не в адекватном состоянии. Пришел и вот стоит перед дверью и думает, чтобы сказать, чтобы мама не запалила, и придумывает 4 односложных фразы. Типа, мама, привет, все нормально, я устал, пошел спать. И вот он, значит, репетирует, чтобы еще и фраза звучала естественно. Он отрепетировал, звонит в дверь. Мама говорит, кто там? Он говорит, мама, это я, привет, все нормально, я устал, пошел спать. Дверь еще не была открыта. Ну, понятно. Слушай, раз уже пошло палилово друзей, откровение. То как бы... Привет тебе, Сережа. Следующая история про тебя. Короче, пришел мой как-то друг Славик. Вот, типа, домой. Тоже не совсем в адекватном состоянии. То есть темно, все спят, он открывает своим ключиком, заходит, думает, чтобы не шухерить, надо по-быстрому раздеться. И понимает, что вешалка вся занята, как бы вот некуда вешать, ну не станешь же бросать куртку. Благо стоял почему-то рядом чемоданчик с этими, с инструментами. Но он берет молоточек, гвоздик, 2 ударчика, гвоздик быстренько забивает, вешает курточку, идет спать. Мама с утра будет моего друга. Говорит, почему пришел в такую мясину вообще, вот, что с тобой творилось? Он говорит, что, нормально все было, я прекрасное, адекватное состояние. Он говорит, да, ну иди, типа, посмотри, что там ты наделал. Он выходит и видит картину, как бы, гвоздь забит в пол и аккуратно расстелена курточка по полу. Тихонько. Вот много дурацких ситуаций, а некоторые люди эти ситуации создают сами. И при этом попадают в книгу рекордов Гиннесса. Знаете об этих людях, да? Вот какие-то очень дурацкие рекорды. Например, испекли сосиску в тесте длиной 34 метра. Вот эти вот странные Почему люди. Нет? Или языком человек умеет очень быстро печатать на клавиатуре текст. Или там еще что-то. 2 суток жонглировал какими-то хомяками. То есть зачем это люди все делают? Они тратят время на тренировки, всю жизнь. Зачем? Наша новость сегодняшняя звучит так. На чемпионате мира по метанию мобильных телефонов существует такой чемпионат. Да, я знаю. В каком-то финском городе человек установил мировой рекорд. Он бросил свой мобильник на 94 метра 97 сантиметров. Мы сегодня говорим про дурацкие рекорды. Вы за дурацкие рекорды, вы против них. Давайте об этом поговорим, поехали. Супер. Слушайте, ну я вообще против дурацких рекордов. Это что там, рекорды у них есть там? За 15 минут человек съел 360 хот-догов. Что это за рекорд? Это мой обычный завтрак. Не надо вообще вписывать это в книгу рекордов Гиннесса. Я против. Я понимаю, типа, я реально за. Знаешь, почему я не против? Потому что для обычного как бы придурка это единственный шанс попасть в книгу рекордов Гиннесса. То есть вот существование таких рекордов. Так что у меня есть шанс, чувак. Не, рекордов же много классных, друзья. Ну смотрите, вот новая форма от Юдашкина. Это попытка создать рекордно большую армию моделей. Да, ипотека. Это попытка создать рекордно большую армию должников. Телевизор «Рубин». Глупая попытка, повторенная
рекордное количество раз. Дурацкие рекорды уже среди нас, что их отрицать? Смысл отрицать то, чего уже то, что... есть. Да. Любому человеку можно попасть в книгу рекордов Гиннесса, правильно? Можно выяснить. Вот даже я смогу попасть. Вот я могу разместить на своем теле 452 928 муравьев. Зачем мне попадать в книгу рекордов Гиннесса, когда мне так приятно? Да, ну несправедливость есть, согласитесь, плохо в мире, да? Всегда было. А есть еще такая несправедливость, что ты вроде вот жил-жил. Нормально, никто тебя не знает. Ты раз установил дурацкий рекорд. Выкурил банку оливок. Все. Ты стал знаменитым. За тобой начали пристально наблюдать. Фотографировать везде, снимать о тебе репортажи. И что? Весь мир узнал о тех рекордах, о которых ты не хотел, чтобы весь мир узнал. Это тебя, прикинь, папа застукал за курением оливки и заставил выкурить банку, чтобы неповадно было. За косточками. Увижу, как куришь, куплю 5 таких, будешь курить. Да, мать зашла, а ты в постели с оливками. Сынок, ну-ка дай-ка, почему у тебя руки оливковым маслом пахнут? Ребята пили, я рядом с тобой. Да, ты была великолепна, и оливки достаёшь. В магазине дайте мне банку оливок. Сколько тебе лет, пацан? Кстати говоря, у вас тоже сейчас есть несколько минут, чтобы установить какой-нибудь интересный мировой рекорд. Например, вы можете посмотреть рекламу от начала до конца. Я лично уверен, что никто так не делал. «Убойной ночи» мы продолжим сразу через несколько минут. Оставайтесь с нами. Человек в поезде выпил пиво, пошел в туалет, санитарная зона. 3 часа. Вот это рекорд, я понимаю. В эфире «Убойной ночи». Мы сегодня говорим, как вы поняли, про дурацкие рекорды. Я даже знаю, что это сторона за дурацкие рекорды, синяя сторона против дурацких рекордов. Но прежде чем мы продолжим обсуждение, предлагаю посмотреть картинку, которую нам присылает зритель. О, есть. Внимание на экран. Вот такой вот фотошедевр. Фотошоп. Что это? Флешмоб это. Это вот классно. Сын Абрамовича получит рекордное количество подарков. Что непонятно? Все логично. Ну что, сынок, теперь ты веришь в Санта-Клауса? Нет, знаете, это очередь за елками. Нет, ребята, это в магазин завезли резиновых снегурочек. Мужики, нет, это тимбилдинг у Санта-Клаусов. Отлично, вот рекорд будет классный, если с другой стороны сверху пустят быков. Сейчас пик в Великом Устюге. Нет, они все кричат в третье окно второго здания: «Снегурочка!» Это гномы на похоронах Санта-Клауса. Это не, знаете что, это просто, короче, вот это результат забастовки оленей. А слушай, знаешь что, нет, ты представь, как выглядит парковка. Где все эти олени стоят, знаешь, каждый приехал, пик-пик. Нам не хватает еще одного Деда Мороза. Все, нет рекорда. Все. Мародерство. Ребят, это Санта-Клаусы против Дедов Морозов. Сейчас будет махач. Это самое большое количество фальшивых Дедов Морозов. Ну что, отличный рекорд. Среди них есть настоящий, его должен опознать ребенок, чтобы получить подарок. Познать. Знаешь, типа, кто самый настоящий Дед Мороз? А ну угадай. Этот, вот этот. Ты без подарка. Слушайте, а если, смотрите, книга Гиннесса, давайте создадим свою книгу. Не-не, книга Семёныча. Ну, чтобы просто заносить то, что как бы пока еще не доходит до Гиннесса, Андрюш, но уже рекорд. Да, допустим, лежа на диване, кинул презерватив и попал в форточку. Это рекорд. Поехал в сауну помыться и просто помылся. Да, это же рекорд. Посмотрел матч сборной России до конца и ни разу не матюкнулся. Да, это же рекорд. Но это не мой человек легко может поставить такой рекорд. Ну, не мой человек, там зато у него руки будут болеть потом после матча. Это же мы будем как бы знать своих героев. Вся страна будет знать своих героев. Я могу целую неделю лежать пьяный на диване и ни хрена не делать. Полстраны таких рекордсменов, да, типа? Дурацкий рекорд, мы против такого. Это хорошо. По-твоему, это хорошо? Хороший рекорд? А чё нет? Это лучше, чем я ходил бы по улицам и морды бил. А представляете, людям, погибшим самой глупой смертью, присуждается премия Дарвина. За то, что они потом не будут размножаться и тем самым не будут портить генофонд человечества. Я вот о чем подумал. Просто как интересно выглядит эта премия. Постебали человека, которого насмерть заклевала какая-нибудь канарейка, пока он спал. Его вдова выходит на сцену и очень радостно благодарит Академию за приз. Что это вообще за дар? Я благодарю. Thanks God, family. Это не только моя победа. Спасибо канарейке.
Спасибо родителям, канарек. По-английски все должно. Я вам хочу предложить вручать вот такие премии Дарвина, а еще при жизни некоторым людям. И потом придумывать им смешные смерти. Сидит компания людей и штурмует. Да. Значит так, значит, знаешь, как он умрет? Кто там подзадолбал у нас всех? Вот это так, значит, ему отправьте ему премию Дарвина и давайте подумаем. А человек такой сидит дома, приходит конверт и он... Не, смешанные чувства. Ура! Паша, а там деньги какие-то дают, да? За премию, да, дают деньги. Серьезно? Да, семье. Вранье. Вранье. У меня сосед в люстре утонул. Никаких денег ему не дали. Я два раза карточку проверять ходил. Я в каком-то журнале прочитал 10 самых нелепых смертей. На первом месте уникальная смерть. Это очень хорошо, позитивно. Люди умерли, а их в журнале напечатали. Был какой-то туман. Мокрый туман, чувак ехал на машине, лобовое стекло, не работали дворники, он открыл боковое, ехал вот так вот. Очень медленно ехал вот так вот и столкнулся в лоб с таким же чуваком, который ехал на стене. Ну и до этого было то, что человек в Тихом океане, именно на яхте был один, ну наподобие Конюхова какой-то тип, в Тихом океане один на яхте, и именно ему в темечко упал маленький метеорит. Это правда, кстати, я в Гиннесе это читал. Есть реально моя любимая шняшка, это типа за что давали премию Дарвина. Ну то есть случай. Моя любимая шняшка. Премию Дарвина дали чуваку за то, что он пытался покончить жизнь самоубийством, он выпил яда. Пришел как обрыву, подошел, ну, то есть там какая-то вода, предположительно, то есть если обрыв, да. Еще решил для пущей верности, как бы взял веревочку себе и камешку, ой, к этому, к какому-то деревцу. И решил пышно повеситься, значит, так, типа, прыгает туда, веревка обрывается, он летит большое количество, типа, это, метров. Об воду шлепается пузом. От удара его стошнило, он всю эту отраву из себя выблевал, естественно. Его привезли в больницу, и он умер от переохлаждения. Ты представляешь себе это? А есть такой тоже чувак, короче, сидел дома, просто на кухне сидел, что-то думал, качался на стуле, курил, и качался напротив плиты. И, короче, раскачался так, что упал, пробил головой духовку, рукой случайно задел включить газ и прикурил. И вот он с вами! Объясни мне, каким нужно быть дебилом, чтобы поставить кресло-качалку в кухне. Стулкой, духовкой. И плиту смотреть. И смотреть плиту. Плиту. Как плита, вот кайф. Я предлагаю на этом закончить наше обсуждение, нашу вторую часть. У нас есть еще замечательная рубрика «Горячий стул». Правила очень простые. Я задаю вопросы, которые нам присылают телезрители. И один человек отвечает на все эти вопросы очень быстро, практически не задумываясь. И сегодня на горячем стуле у нас Леонид Махно. Получил? Готов, да? Нет. Нет, это был первый вопрос, молодец и правильно ответил. Сколько лет еще будут выпускать ВАЗ-2105? Около 17. Кому принадлежит рекорд по поеданию черного хлеба? Бабушке Лиде. За сколько ты пробежишь 100-метровку? Задыхаюсь, не бегаю. Ваш личный рекорд? 17 раз молча, лежа, стоя, прыгая. Какой рекорд вы мечтаете совершить? Прыгнуть вверх, лишь бы вниз не упасть. Назовите самый глупый рекорд в мире. Это побежал мальчик и не прибежал домой. Что делает кнопка рекорд на видеомагнитофоне? Плачет. Самый страшный рекорд? Это дед, когда плыл-плыл, приплыл домой, а бабушка уже не одна. Произнесите самое длинное слово в мире. Милофонская политика. Это словосочетание, ладно. А какой рекорд установил Леонид Якубович? Прыгнул в автомобиль! Зачем людям мозг? Чтобы не думать. Назовите любую народную мудрость про рекорд. Не было бы времени, да время было. Вот такой вот блиц у нас, вот такой у нас горячий стул. Леониду Махно аплодисменты. А сейчас у вас будет несколько минут для того, чтобы придумать по традиции наши финальные номера. У вас будет общество, я сейчас придумал, общество анонимных рекордсменов. Ну, сразу, мне кажется, забавная тема. У вас будет рэп. Yes. Это просто очень похож на среднестатистического американского рэпера. Хочется увидеть его это в этой хорошо? Роли. А Моралес вам всем поможет. Это хорошо?
умопомрачительные номера сразу после рекламы. Я предлагаю вам подготовиться. Обычно я зрителям советую выпивать одну таблеточку успокоительного и привязывать себя к стулу. Это «Убойные ночи», скоро мы вернемся. Не сильно ли долго получается? А, вот вообще прод это все время, да? И, ага, стена, боль, каша, брать. Может, ты пусть начинаешь? Я быстро, смотрю телевизор, ничего. Ну как, начинаю смотреть порнуху, ничего не успеваю сделать. Диджей Яйолы с нами, диджей Яйолы. Первый с нами единственный в мире не мой гитарист, давай. Да. Диджей Яйко Млеко. Не мой гитарист, Бабанов. Готовы? Да. В эфире «Убойной ночи». Сегодня мы обсуждали очень интересную тему. Это дурацкие рекорды. Красная сторона была за дурацкие рекорды, синяя против. Посмотрим, что успел родить их нездоровый мозг за 3 минуты. Ребята, если вы не против... Да, конечно же, нет. Клуб анонимных, кого бы вы думали, рекордсменов, начинают. Именно мы против. Друзья, мы против дурацких рекордов. И мы вам это покажем. Итак, клуб дурацких анонимных рекордсменов. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть здесь. Здравствуйте. Я новенький. Я вижу. Ну, а расскажите нам тогда о себе, кто вы, что у вас за рекорды. Меня зовут Леня. Здравствуйте, Леня. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Да-да-да, одним дураком больше в нашем клубе. Я хотел бы рассказать вам свой рекорд. Давай. Я, значит, с 6 вечера воскресенья до 9 утра понедельника говорил, надо бы пораньше лечь спать, завтра на работу. Надо бы пораньше лечь спать, дурацкий, завтра на работу. Рекорд. Дурацкий. Согласен, согласен. Ребята, здрасте. Здрасте. Меня зовут Рустам. Здравствуй, Рустам. Сочувствуем. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. А смотрите, я в свое время был толстым баянистом. И когда я играл на баяне, я прищемил 228 раз левый сосок. Дурацкий рекорд. Спасибо, ребята. Дурацкий рекорд. А я набирал горячую воду из кулера и держал руку, пока не кончится кулер. Дурацкий рекорд, согласен, дурацкий. Ребята, а у меня еще один вот такой дурацкий рекорд. Я играю на ноге. Это как? А это вот так. Белый снег, серый лед на растрескавшейся ноге. Согласен, дурацкий рекорд. Песня дурацкая. Слушайте, песня. А я, понимаете, дольше всех стою в очереди. Это как? Дурацкая очередь. Дурацкая очередь, дурацкий рекорд. Ребят, а я быстрее всех перемножаю в голове 4-значные числа. 4520 на 3336. Ну, где ответ? В уме. Ну что, пора прощаться? Пора. Пора. А напоследок, друзья, я предлагаю стих. Нет. Ну да. Нет, ребята, я не гордый, не заглядывая вдаль. Так скажу, зачем мне орден? Я согласен на миндаль. Больше не устанавливаем дурацких рекордов. 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 Больше нет рекордов! Спасибо. Молодцы, ребята. Мастера идиотизма. Лонгипас, Рустам Блютус, Леня Махно. Они были против. Надеюсь, что в этом номере, который покажут те, кто был за, больше будет, что ли, мысли. Прошу. Рэп, да, если не ошибаюсь? Yes. Итак, а рэп про дурацкие рекорды исполняет его группа 50 сантиметров. Это уже рекорд. Да. Да. Меня 25. Я 20. А я зато продюсер этой группы. Да, вот так. Песнями нашей группы лечат бешенство у собак.
Поэтому на наших концертах самое рекордное количество животных. Тексты нам пишут Т9. И мы единственная группа, слов которой не знает даже Word. Да. И наш солист — единственный человек в мире, который стал идиотом, не переболев менингитом. Рекорд. А это рекорд. Да, чувак, это рекорд. Поехали! Вот, и у нас первый в мире не мой гитарист. А, не твой. Да, давай. Давай, нигер. Йоу. Ага. Я выпиваю ведро молока, я съедаю килограмм селедки, потом иду и ставлю рекорд. Хотите фотки? Я в постели настоящий гигант, со мной не сравнится даже атлант. Я знаю, где пик, наслаждение, вершина. 1,5 минуты, я секс-машина. Ну, рекорд. Не, ну, рекорд. 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 Для тебя рекорд. Нормально, да, клево. А, ага, сейчас, да. Есть. Ага. Стена, боль, каша, брать, троллейбус, канаты, сметана, орать. Левый, радуга, картон и кровать. Я все, что угодно могу, рифмакот. Ага. Да. Я рифмакот. Ага. Это ли не рекорд? Да. Да. Рифмакот. А. Дурацкие рекорды помогают выделиться таким, как мы. Те, кто против. Поцелуйте мои понты. Да. 50 сантиметров. Да, рифмакот. Специально для вас. Йоу. Каста 2007. Они были за. Итак, два номера. Рэп и мы точно за, клуб анонимных рекордсменов. Осталось только проголосовать зрителям в студии для того, чтобы расставить все точки над «и» и понять, кто же был убедительней, да? Друзья, голосуйте. А, результат голосования. Сегодня победили те мастера идиотизма, которые были за. Рэперы «Убойной ночи». Я уверен, что сейчас, сразу же после съемки, поедем в какой-нибудь клуб, поставим пару рекордов. Эд по количеству выпитого. Денис по количеству... ну, давайте придумаем быстрый рекорд Денису. По количеству сыгранного. Изнасилованного. Мне кажется, он не поедет, как всегда, и тем самым поставит рекорд. Уже 87-й раз его не будет вместе с нами. «Убойной вам ночи», слово победителей. Страна. Страна. Устанавливай дурацкие рекорды и не стесняйся этого. Ну да, Эд же не стесняется. Я просто не знал, что вы камеру включили. Да. Страна, этой ночью побей все рекорды. «Убойной ночи», родина. Да. А еще раз камеру включите, я вам морду разобью.